сделано. А мой племянник? А его мать? Они разделят судьбу ее любовника? Или проявить милосердие? Комод милосердный. Луций останется со мной. Но если мне хоть раз не понравится, как посмотрит на меня его мать, он умрет. Если она захочет проявить благородство и лишит себя жизни, он тоже умрет. Но ты будешь любить меня, как любил тебя я. Ты подаришь мне наследника чистых кровей, чтобы Комод и его потомки правили 1000 лет. Разве я не милосерден? Я не милосерден!